Всем привет! Добро пожаловать на канал Майи Миллер. Сегодняшнее видео о том, как создать свой плейлист из своих видео на своем канале YouTube. Заходим в новую творческую студию. Так, вот наш канал. Творческая студия, нажимаем. Открывается уже новая творческая студия. Вы можете использовать классическую версию, но так как YouTube переходит на новую версию, поэтому уже пора привыкать к новой. Дальше нажимаем видео, а вернее не видео, другие функции. Вот плейлисты здесь есть. Нажимаем плейлисты. Вот сверху написано новый плейлист. Нажимаем новый плейлист. Допустим, назову я его «Всякое». А вот я его уже создавала. «Всякое». Создать. Все. Мы создали наш плейлист. Теперь в него надо как-то добавить видео. Заходим обратно в новую творческую студию. И здесь есть вот видео. Выбираем любое видео. Ну, допустим, вот выбрала. Галочка стоит. Добавить в плейлист. Нажимаем папка «Всякое». Наш плейлист новый. Сохранить. Все, теперь у нас есть одно видео в папке в плейлисте под названием «Всякое». Обновляем. И вот у нас добавилось вот плейлист «Всякое» и одно видео. Далее. Еще хочу показать вам, как удалить этот плейлист. Он вам не нужен, вы хотите его удалить. Так, заходим снова. Другие функции, плейлисты. Вот он, наш плейлист, который нам надо удалить. Нажимаем на него «Изменить». Здесь же «Изменить». И вот здесь вот, в правом углу, верхнем, «Удалить плейлист». «Удалить». Все, плейлист удален. Еще раз обновим на всякий случай. Все, смотрим, у нас этого плейлиста уже на странице нету. Все, это все, что я хотела вам показать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока!